Жил-был один молодой человек по имени Борис Маркелов. Он был обычным парнем, работал в офисе и мечтал о том, чтобы стать знаменитым. Однажды, возвращаясь домой после работы, он увидел на улице толпу людей, которые смотрели на экран телефона. Борис подошел ближе и увидел, что они смотрят видео, где парень играет в компьютерную игру. Борис тоже начал смотреть видео и понял, что игра, в которую играл парень, была очень интересной. Он решил, что тоже хочет играть в эту игру и снимать свои игры на видео. Но у Бориса не было ни компьютера, ни камеры. Однажды Борис нашел на улице старый ноутбук и камеру. Он принес их домой, подключил к интернету и начал играть в компьютерную игру. Он записывал свои игры на видео и выкладывал их на YouTube. Борис был очень хорошим игроком, и его видео стали популярными. Люди начали подписываться на его канал и оставлять комментарии. Борис стал знаменитым видеоблогером. Теперь Борис зарабатывает деньги на рекламе и путешествует по миру, играя в компьютерные игры. Он счастлив, что его мечта сбылась.